Признаться в любви Сочи таким необычным образом решили активисты молодой гвардии. Ребята сами разработали дизайн, нашли спонсоров и договорились о месте установки арт-объекта. Теперь в Сочи появилось новое знаковое место, и молодые люди поспешили первыми здесь сфотографироваться. Такая инициатива молодежная, она правильная, она очень важная. Хотелось бы обратиться ко всей молодежи города. Нельзя все критиковать и все плохо. Вместо банки пива и сигареты лучше возьмите и сделайте. Да? Они кинули клич, собрали деньги, сделали, заказали, договорились со всеми службами, что... а потом уже пригласили нас. Вот придите, мы уже сделали. Вы знаете, это дорогого стоит. И когда на такие вещи смотришь, думаешь, наверное, мы делаем все правильно. Уникально это сооружение еще и тем, что имеет двойной смысл. «Я люблю Сочи» – название одноименной хартии. «И я Сочи» – молодежное движение, призывающее помнить, что каждый из нас – частичка любимого города. Новый арт-объект уже привлек внимание и, несомненно, поднял настроение пешеходам и водителям. К слову, в темное время суток конструкция будет светиться. И, уверены организаторы, отлично впишется в городскую среду.